Суджанской школе номер 1 закончился ремонт буфета. Радостная у нас есть информация и для родителей, и для детей, и для педагогического коллектива. Вот в понедельник полностью мы начали питание в новой столовой. Это на улице, здание на улице 1 мая школы номер 1. Контракт на 1 800 000 закончился на 3 объектах школы. Первый объект – это столовая, где мы находимся. Второй объект – это туалет, здесь же в этом здании 1 мая. И третий объект – улица Комсомольская, здание начальной школы, тоже туалет. Туалеты и столовая сделаны очень добросовестно, качественно, красиво, эстетично. Поэтому я думаю, что все будут довольны и всем будет хорошо. На следующий год мы надеемся войти в программу по капитальному ремонту. Это ограждение, центральная часть и мастерские окна. И также закончить окна в здании на улице 1 мая.